Всем привет, народ, у микрофона Мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим прикольную и в каком-то плане немножко необычную игру под названием Orcs. Это стратегическая такая вот игра, где вы должны оборонять свое королевство, свой замок от постоянно надвигающихся орков, зеленокожих. И делать вы это будете при помощи всяких башенок, при помощи всяких юнитов, и в принципе надо будет еще попутно развивать свое королевство. Так что это такая, знаете, стратегия на выживание с элементами Tower Defense, который сейчас на своем пике популярности, и тут даже есть какие-то там карточные элементы. Окей, погнали. Посмотрим, что же это за игра такая. Так, ветреная луга, у нас тут есть разные миссии, есть карточки, да, здесь элементы ККИ есть, как вы знаете, поэтому, в принципе, от этого никуда не деться, даже если вы этого не любите, как я. Как только орксы вступают на нашу территорию, день сменяется ночью. Так, здесь вам предстоит построить свой замок и защитить его от орды злобных орксов. Карты нужны, чтобы строить замки, здания, дороги, а также улучшить постройки и так далее. Так, чтобы построить замок, нужно укрепить его стенами. А, достроить замок, хорошо. Каждая достроенная дорога дает пассивное золото, каждые 2,5 секунды. В этом мире много заброшенных и таинственных сокровищниц. Они могут сильно изменить вашу колоду и дать небывалую силу. А также, думаю, по жопе дошлепать. Для победы необходимо пережить натиск орксов и не дать им разрушить центральный замок. Окей, попробуй, вот наш замок. Можем сразу строить извилистые дороги. Причем, видите, вы можете вращать их. Прикольно. Так, есть у нас вот внешняя стена и распутье. Так, деревня. Деревня сразу бы кто-нибудь влепил. Так, извилистая дорога. Давай иди сюда. Ой, стоп, это я... О, это я зря, наверное, нажал. Так, вдоль. Давай применим. Так. Как-то карту вращать можно? Да, можно. Давайте здесь где-нибудь стеночку заделаем. Так, пойду на Q. Q поворачивать, не R. Я вот это вот на R нажимаю, как дурак. Так, стоп, извилистая тропа. Куда бы я тебя влепить? Вот можно сюда влепить. Не, наверное, пока не будем стены делать. Давайте фермы пока влепим. Вот, ферма, отлично. Всякие дорожки будем делать дальше, развивать королевство. Так, руна ветра. О, руна камня. 200 к лимиту здоровья. Давай сюда ее. А куда ее можно влепить? Никуда? Я понял. Так, диагональная стена. Ну, пусть будет стена... Например, вот здесь, вот, чисто в уголку таком, отлично. Так, тут какие-то интересные сокровищницы, да, есть, надо к ним, по идее, как-то тянуться чуть-чуть. Руна ветра. Звилистая дорога. Так, руна камня, внешняя стена. Ну, внешнюю стенку давайте тоже заделаем. И тут давай стенку заделаем, потихоньку начнем окружаться. Так, звилистая дорога, вот, давай сюда тебя. Стенку тоже давай сюда. Сразу будем закрываться откуда-нибудь. Так, распутье 3 пути. Отлично, мне подходит. Давай сюда. Смежная стена, 7 надо. А у нас золото стоит сюда. Давай сюда извилистую дорожку тогда влепим пока. И сюда тоже дорожку. Отлично. Так, открыта сокровищница. И что у нас там? Постройте до конца новую дорогу. То есть надо прям туда протянуть дорогу, правильно я понимаю? Так, нельзя сделать стенки, только вот так можно. Ну, давай так сделаем стенки. Так, там, ага, дружина-полк. Так, дружина, пусть у нас тут стоит. Хорошо, парни. Боевые, так сказать. Молодые будут нас охранять. А когда орки пойдут? Они пойдут отсюда через 60 секунд. О, не зря мы дружину делаем, и не зря мы тут стены делаем. Хочу я так вам сказать, ребята. Так, смежная стена. Вот сюда давай влепим ее, отлично. Тут какая-то отсек замка еще у нас есть. Так, дороги давай сюда тоже строить сразу же. Единственная проблема, дороги мы правильно не можем строить. Черт подери, хреновый с меня архитектор получается. Недостаточно золота, милорд. Что нам делать, милорд? Ничего, сидеть пердеть, ждать золота. Каждая 2,5 секунды нам капает. Так, эту сокровищницу мы по очевидным причинам не берем. У нас их тут всего 2, да? Эту мы и так и не забрали. Так, новую дорогу надо сделать. Пока не можем. Так, а дружина у нас тут стоит, да? А можно ли как-то перетащить, как-то перетянуть в другое место? Руну ветра можно применить, скорость атаки. Это этим пацанам, да, можно сделать? Да. Я верно думаю. А тут можно здоровье закинуть им. Так, подожди, а они навсегда получают или нет? Свойство рун. Или они на время какое-то получают? Я думаю, на время, на самом деле. Так, недостаточно золота. Ну, на стенку-то достаточно золота, думаю. На стенку достаточно. Чего вы мне будете выпендриваться тут, я не понимаю. Так, распутье, кстати, я бы хотел здесь сделать распутье, пусть будет. Потому что мы можем сюда дальше дорогу какую-то тянуть и разведывать территорию. Руда пепла. Так.
Внешняя стена и распутье. Недостаточно золота? Да что ж ты будешь делать? Так, 20 секунд до нападения орксов. Сколько там надо было? 6. Ферма нам нужна. Слушайте, нам нужно офигеть как ферма. Они же нам деньги дают. Вот, другое дело. Так, получить награду. Ну, давай. Так, вдоль дровосек башня с ядрами. Хочу башню с ядрами. Охереть как хочу. Давай мне ее сюда, быстро. Это в колоде в нашей, да, все эти карточки есть? Так, диагональная стена. Давай сюда куда-нибудь тебя. Дороги еще можно куда-нибудь протянуть вот сюда. Так как закольцованная дорога будет. О, вдоль. Дает экспрессивное золото с построенной дороги. Количество здесь от ее длины. Сюда давай, короче. Плюс бабки. Так, прямая дорога. Ну, допустим, здесь. Еще здесь. И... не знаю, где-нибудь. Так, нам нужно вот это. Вечная стена распутит. Так, орки пошли. О нет, милорд, орки наступают. Так просто не отделаешься, хранители. Ну посмотрим, у нас тут вроде дружина есть. А кстати, где мои башни? Я ж не просто так... А, через 100 секунд еще пойдут ребята, да? Так, ну они отсюда вроде должны быть. О, аля, какие злые твари идут. Им чисто все уничтожать. Так, дружина, вас как-то можно передвинуть? Или как-то вам дать приказ? Типа, идите сюда. Ну, они сейчас будут эти стены ломать, да? А, не, вон, они пошли, дружинники, отлично. Так, руна пепла. Для карты нет подходящей цели. Понял тебя. И для этой тоже нет, да? Блин, парни, нас бить сейчас будут. Нахрен, пошли сюда. Они пошли стенки ломать, отлично, пусть стены ломают пока. Дружинники, мужички. Скинем колоду. О, башня с ядрами. Куда бы тебя влепить? Некуда положить карту. В смысле некуда? Это башня с ядрами. Ни одной стенки, что ли, нет? Офигеть. Так, распутье. Ферма. Сброс. Дружинно. Мужики, вперед. Так, вдоль. Капец, дружинники слились. Скидываем карточки. Руна ветра, руна огня. Руна огня сюда. Плюс урон, парни. Офигеть, их много. Дружинники, количество 0 из 5. Я понимаю, а еще будут дружинки сегодня? Башни, например. Почему нельзя положить башню никуда? Что за срань? Вообще некуда поставить. Офигеть. Так сейчас так и замок снесут. Так, нам нужны, получается, дружинники. Больше дружинников. Дружина полк. Сюда, парни. Дефайте наш бедный замок. У нас ни хрена нет, так сказать. Так, смежная стена. Да, я понимаю, мы так можем из стенок выстраивать интересные штуки, да? То есть прям какие-то там закольцованные места. Так, ферму сюда. Сюда Не, распутье хреновое здесь. Вот здесь распутье будет отлично. То есть я так понимаю, мы можем такие закольцованные вещи делать, да? Добавить карту. Дровосек, привал архитектора, башня с ядрами, дровосек. Давай дровосека сюда добавим. Проклятие славы. Славы какого славы? Так, хорошо. Давайте сбросим карточки. 30% количества орков в следующей волне. Не, я такой не хочу. Давай дровосека лучше влепим. Пусть он дерево нам добывает. Еще выперли орки? Ё-моё, парни, а что так больно-то внезапно? И главное, у меня пацанов-то нет, диагональная стена. Вообще нет, и башню некуда влепить. Почему они башню не могут построить? Какого хрена, как говорится? В чем, блин, проблема? Почему башню не могут строить? Так, ну одну орду мы отбили. Обычное безумие орка. Золотом надо делиться. Нет, парни, я так не думаю. Так, дружинники, сюда, быстро. Я почему-то башню влепить нигде не могу. Руна ветра. Будьте быстрые, убирайте быстрее. Сейчас нам нужны новые дружинники, я так понимаю. Сюда башню давай, распутье. Сюда не подойдет распутье. Слушайте, а тяжелая игра получается. Я думал, тут все намного проще. Почему башню никуда не могу построить? Может, какая-то стенка им нужна определенная? Смежная стена. Сюда, типа, может быть. Руну камня некуда влепить, дороги тут. Я просто на рандом все тыкаю, так сказать, и пытаюсь что-то сделать. Золото нет, сбрасываем. 300 скорости к атаке. Ну вот вам давать. Но этих пацанов нет. А, не, они ожили. То есть они со временем оживают, получается, да? Так, башня с ядрами. Я не могу башнями с ядрами пользоваться почему-то. Они вроде как у нас есть, но почему-то их я не могу использовать. Почему хрен его знает? Недостаточно золота. Понял. В чем ее прикол?
На обычной башне замка. А у меня башен нет вообще никаких, да, получается? Ни одной башни нет. Класс. Проклятие славы. Руна пепла. Не могу никуда применить. Ну, короче, наш замок ГГ, так понимаю, да? А ночь когда-то закончится вообще или нет? Так, уровень скверный. Да, да. Первый заход, так сказать, получился неудачным. Блин, интересно, а как это правильно сделать? Так, чтобы замок и окружить, и защитить, и прочее. Так, давай перезапуск. Собирай свое золото, проще будет его испепелить. Ах вы чертовы орки, вам лишь бы все разломать, вам лишь бы все разрушить, да, получается? И смотрите, даже вот большое количество дружинников там не помогло. То есть все равно слился. А, давай вот так. Все, хорошо, сейчас получится с третьего-то раза получится нормально. Так, давай долю на... А, дороги у нас маленькие, да, сильно? Так. Внешняя... Нет, это херня получится. Давай сюда. Вот. То есть нам надо, получается, замок там достраивать. И тогда получается, у нас получится хоть что-то. Вот, небольшой замок. Все. В этом и прикол кроется. А я-то думаю, что-то как-то, ну, совсем не получается вообще ни хрена. Ну, вот от слова, реально, совсем. Как так-то? Тут, оказывается, надо правильно строиться. Вот в чем прикол. Так, стандартная стена. Ну, давай здесь тебе заделаем. Так, сокровищница открыта. Что надо сделать? Постройте до конца одну новую дорогу. Хорошо, построим. И вот мы тут делаем замок. И все, этот замок, получается, будет обороняться, стрелять. И там можно вышки вот эти строить, если я правильно понял. Опять же, да? Так, стандартная стена. Ну, стандартную стенку давай сделаем где-то вот здесь. Тут смежную стенку можно будет влепить. Диагональная стена. Не, диагональная не надо, наверное. Вот там нужно вот это смежно, вот. Здоровый замок получится потом здесь. Так, распутье. Денег нифига нет. Слушай, а с деньгами это прям реально беда получается какая-то. А, сюда, допустим. Прямую дорогу давай сюда. О, дружинники, наконец-то. Ну, дружинники, получается, не панацея. То есть они как бы классные ребята, но они чисто так, на подсосе, на помощи. Не больше. Так, руна. Руны нам нужны. Блин, а с деньгами вообще беда. Вот ни деревень, нифига нет. Тут ферма есть зато. Сейчас нам надо на ферму собирать бабок. Нам нужна лучше ферма. И ферму мы, наверное, сделаем вот здесь. Будет больше денег даваться. Отлично. Так, теперь мы делаем руну пепла, чтобы было больше урона. А здесь мы делаем вот внешнюю стенку и распутье. Во, отлично. Тут получится замок, и мы сможем продолжить дальше стройку. Слушайте, прям мне игра начинает нравиться. Вот со второй попытки прям, ну, хорошо получается. Отлично. Сейчас, конечно, орки мне скажут обратно, скажут, Чизер, да, что-то как-то это, ну, рано радуешься. Пиздец подкрался незаметно. Сейчас мы тут придем к тебе и потолкуем. Как старое доброе. Так, внешняя стена. А, денег нет, точно. Хорошо, то есть с деньгами прям реально беда. Но они потихоньку капают, и нам надо как-то, ну, чтобы больше ферм было. У нас, по сути, одна ферма работает, как я понимаю. И все. Так, сюда лепим. Еще с этой стороны надо кусок стенки. Вот, стандартная стена. И все, и получается у нас еще будет замок один. И туда, в эти замки, получается, можно будет какие-то... Вышки лепить, да, да, 4-2, нормально, понятно. Так, извилистую дорогу давай сюда к нам заделаем. Нам надо поменьше сбрасывать, потому что чем больше мы будем сбрасывать карточки, тем тяжелее будет. Так, все, орки пошли. Орки. Чёртовы орки. О, вдоль, так, у нас тут дорожка хорошая есть, давай сюда ее. Так, что у нас тут надо сделать? Получить карту, колоду, хорошо, это верно. Бойцов можно разместить... После каждой волны бойцов можно разместить бесплатно. Давай, слышь, офигенная тема. Мне это нравится. А, можно сюда им тоже давать вот эти вот бафы? А, даже так? Офигенно. То есть и замка можно, не только солдатам. Круто. Будем знать. А, так, давай-ка заделаем здесь стандартную... Откуда они ломятся? Подожди. Справа вроде, да? А, уже ломится справа. Ёкардый бабай. Стандартная стена... Стандартная стена. Огонь! Мочи козлов! Так, еще откуда-то орки ломятся или что? Так, нам тут надо что-то сделать, я там помню, да? Ну, сейчас посмотрим, смогут ли у нас, получается, справиться с кучей проблем... О, таверна. Смогут ли у нас справиться с кучей проблем замки? Ну, и замки хорошо ломают. Ну, у них жизни, в принципе, не слабо, да. Замки молодцы, в этом плане они держатся не слабо. Так, давай сюда еще один замок влепим. Хорошо, о, дружинников можно сделать. Кстати, дружинников тоже надо где-то делать. Типа вот здесь, чтобы они тоже бегали, помогали. Так, дружинников давай на плюс урон. И внешняя стена распутья надо сделать. Нет, там распутья не пригодится нам. Эх ты, блин, что-то как-то все плохо с дорожками у меня.
Распутье. Не надо мне распутье. Мне нужна здесь развилочка, наверное. Так, руна ветра. Давай сюда руну ветра. Фермы нужны. Офигеть, у нас мало денег. Рапортую. Очень нужны деньги. Так, сейчас слева снизу нападут. Не, слушайте, замки вообще топ. Вот честно, вот с третьего раза отлично получилось. Я аж немножко доволен тем, как у меня начало получаться. Ну, это клево. То есть, когда ты вот играешь в игру и потихонечку учишься в нее играть, это офигенно. Так, что там, новые карточки? Да, давай. Так, башня с ядрами. О! Следующие клетки с замком на нулю, пустить пассивную золото, за каждую построенную клетку в пределах квадрата. О, классная штука, слушай. Пассивное золото. Давай сначала башни с ядрами. Хочу башенки. Да еще и с ядрами. Так, мне надо сюда достроить замок, получается. Только где бы там нам достроить замок? Вопрос, конечно, открытый. Деревню можно тут построить, а тут можно построить дорогу. Так. Прямые там дороги можно... Я не знаю, куда я строюсь дальше. О, башня с ядрами. Давай башню с ядрами влепим. Сюда можно еще замок, получится, построить. Офигеть. А сюда мы не можем положить карточку. Жаль. Зато можем руну закинуть сюда. Хорошо. Сюда можно руну пепла. Башню с ядрами. Вообще офигеть. Давай сюда башню с ядрами. Класс. И вот сейчас выглядит офигенно. Так, слушайте, где бы нам тут построить дороги? Давайте построим дорогу вот с распутьем здесь. Погнали, сюда дороги тоже влепим. Пусть будут. Чего бы, собственно, и нет. Тут у нас вот фермы пусть работают. О, дружина халявная. Дружину халявную давай здесь влепим. Так, и давай, наверное, какие-то бафы закинем. Вот этому замку, например. Так, о, понеслась моча по трубам. А я все думал, когда же вы появитесь? Чертовы орксы. Так, я вижу, можно здесь сделать дорогу, но почему-то она дальше не идет. Вот почему не идет. Две открытые стороны дороги. Ну и... Так, строим замок сюда, и теперь здесь надо сделать, да? Нет, тут уголок нужен, получается, нам. То есть не обычный замок, а уголок. Хорошо. Поперли, поперли орки. Но тут у нас и дружинники, если кто хочешь. Давай сюда еще руну огня закинем. Уа! Жесть. Так, извилистую дорожку сюда, прямую дорожку сюда. Тут еще ферму влепим. Во, отлично. Слушайте, прям пошел прогресс. Так, что открылось? А, нам надо построиться рядом. Да-да-да, это я знаю. Ну сейчас, подождите. Я еще не готов строиться рядом. Так, а чем больше замок, тем больше туда рун можно влепить. То есть вот этот замок у нас прям мега здоровый, по идее, должен быть. Ну, по идее. Сюда, кстати, можно и маленький замок влепить. Раз. Тут пусть будет пустая срань. И вот здесь можно и распуточку сделать. Отлично. О, диагональный. То, что нам нужно. Блин, замок уничтожили, суки. Дружина, помогай. Почему не могу строить? Эй! Ну, короче, я вместо замка херню какую-то сделал. Я понял. Архитектор с меня так себе, конечно. Ну, как вы сами это заметили, да? Ладно. Так, дорожку сюда. Отлично. Так, закручивается. Что у нас тут есть? Волны уничтожить. Ну, это мы умеем. Не то чтобы сильно, не то чтобы хорошо, но умеем. Что-нибудь сделаем. Так, надо 7. Надо тут замок сделать. Вот это вот пришло в негодность, так сказать. Я не совсем понял, почему. Вот это вот не захотелось в уголок ставиться. Ну ладно, не захотелось, так не захотелось. Так, что тут не могу достроить? А, там, видимо, уголок мешает, да? Так, ну хорошо, тогда еще один обычный кусочек. Так, дружинников давай сделаем. Вот здесь. Рядышком, всегда пригодятся. Так, дадим им баф этим дружинникам. Они ж не лохи какие-то, да? Слушайте, я-то, кстати, даже не сбрасывал карточки. Пока так идет хорошо. И это не может меня не радовать. Вот эти проклятые орки, что они себе возомнили? Они думают, все можно? Ну, на самом деле, все можно, но вот не до конца. Так, хорошо, это пока что третий и самый долгий мой ран, и самый, наверное, успешный. Сейчас надо еще какой-то кусочек сделать вот стенки, вот такой вот. Во, замок получился, отлично. И сюда можно дорогу продлить. Плюс 5 к скверне. Что за скверная? Бесплатный привал. Какой привал? Так, руну давай сюда закинем. Так, обычное безумство орков. Плюс 100 к урону. Охренеть, то, что нам, блин, не нужно. Ну, можно еще тут какой-то замок влепить вот здесь где-нибудь, да? А можно я распутье где-нибудь влепить, кстати, почему бы и нет, пусть будет. Так, ферму. Я, кстати, лучше бы где-нибудь ферму задел. Ну, не здесь, там опасно. Вот тут, например. Все, хорошо.
Так, диагональная стена. Ну, тут замок вроде хороший. Тут три руны. И жизни, и урон, и скорость. Офигенно там все. Так, смежная стена. Давай вот здесь сделаем. Затем мы закрываем здесь. И угловая. Не, угловая нам не подходит. Блин, они тупо снесли замок, офигеть. Как так? Они его просто зааннигилировали. Офигеть, жизни снесли, вы видели? Это хоть и самый сейчас мой пока что удачный забег, но тем не менее, как же, сука, они уничтожают все. Отсеки замка, я просто не успеваю ничего построить. Они все бабах разнесли. Это, ну как, это нормально вообще? Вы считаете, это окей? А замок можно починить вообще? Омбравейл какой-то. Ну, видимо, уже нет. Что-то мне кажется, после такого вряд ли можно его починить. Так, давай какую-то дальнюю ферму заделаем. Они там будут потихоньку нам денежку капать. Замки восстанавливаются? Да ладно. Не, ну этот... Так, стоп. Да, добавить карту. Хорошо. Смежная карта. Сердце замка. О, слушай, классно. Гильдия бомбардиров. Мощности замков. Хочу бомбардиров. Звучит интересно. Так, прямая дорога. О! А, тут распутье. Блин. Мне нужна карточка еще одна. Да не это. Да не это. Ну хотя гильдия бомбардира звучит интересно. Мне куда положить карту? А куда? 4 открытые стены замка. А, ну да, да. Давай дропнем тогда. Вот, то, что нужно. Отлично, замок достроен. Так, давай сюда его укрепим. Давай еще тут дороги продолжать делать. Ферму сюда влепим. Еще дорогу продолжаем. Слушай, неплохо идет, да? Так, через 20 секунд. На самом деле, я вижу, тут можно залипнуть очень надолго. Это клево. Типа сидишь, играешься с кайфом. Залипаешь. Так, это я строить нигде не могу, это я помню. Так, ну давай тогда заделаем вот здесь. Получается одну вот такую стенку. Вот так. И вот здесь мы сделаем другую стенку. О, получится мини-замочек такой, такой маленький, замулечек такой чисто. Так, руна камня можно ему еще дать. Поперли орки, проклятие славы. Отлично, вот то, что нам, блин, не нужно, да? Но тем не менее, они прутся. Прутся где-то справа вроде. Так, еще, кстати, можно ферму сделать. А денежки нам вообще с того, что я кучу ферм строю, капают? Или типа, ну, просто по приколу? А, ну, уже не капают, понял. Доступным языком орки мне объяснили, что деньги больше мне капать не будут. В ближайшее время так точно. Да, то с этого северного фланга у нас как бы, ну, хреново все по замкам. Да капец, они все уничтожают быстро, вы что, охерели? Смотрите, что они творят, они просто слишком быстро все делают. Чрезмерно быстро это все, вам не кажется? Дропаем карты. Блин, 7. Нужны деньги! А сейчас замок наш уничтожит и все, и ГГ. Поэтому даже не достроенный отсек замка. Мы еще даже не достроили. Давай, 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 давай. Ага, все, достроено. Отлично, вперед, бой. Кстати, а замок-то у нас вроде с бафами какими-то. Но правда, наш замок уже основной валят. Так что, в принципе, это, ну, ожидаемо. Что они сейчас победят. Хотя, хрен его знает. Не, их слишком много. Эх, ну, этот забег был уже отличный, я бы сказал. Слушайте, а прикольная игра. Надо будет как-то посмотреть, когда она выйдет в полноценный релиз. Опять эти глупцы. Они еще глумятся за нами, вот твари. Надо будет посмотреть, когда игра выйдет в полноценный релиз. И попробовать ее заценить уже полноценно. Да, потому что, видите, тут и список изменений потупается. Энциклопедия, кстати. Просмотрчиков можно посмотреть и про всякие карточки. Сама система постройки замка из разных элементов мне показалась интересной. Я поначалу не понял, что она так работает. Я думал, типа, ну, мы просто строим солдатиков, строим башенки и все. А здесь, оказывается, видите, надо строить замки по кускам, модульно, так сказать. И в этом, как я понимаю, вся основная фишка и главная соль этой игры, Orcs. Так что, как игра выйдет, обязательно в нее поиграем, потому что это, так сказать, очень ранняя версия, то есть 0.7. Когда она выйдет на стримах у нас на Твиче, думается, мы позалипаем, попробуем эту большую зеленую орду поотбивать. Ссылка на Twitch есть в описании. Также по ссылке в описании заходите и в нашу группу ВК, и в наш Discord сервак. Буду всем и каждому там рад. Ну, а если вы на канале впервые, то не будьте тупыми сморками. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Потому что колокольчик будет, по идее, уведомлять вас о выходе новых видео на канале. Ну, а на этом все. У микрофона был лучший архитектор замков мистер Чейзер. Всем удачи, всем пока. И еще увидимся на нашем канале.